Вот так вот площадка парковки выглядит в ночное время. И вон у нас на 11 этаже в Машиной комнате горит свет. Но видно, что еще пока там потолки не сделали. А вот на 6 этаже уже у нас соседи живут. Еще живут вон там. Ну, несколько уже квартир здесь заселены. Так, нам уже светильники установили, где надо. Карниз. Вот они пошли. Да, да. И вот здесь вот ленточка будет. Под карнизом. Вот так вот выглядит. Если она на угла, это где-то вот так. Ну, отлично, нормально. Так ты оставим, ну? Да, да, да. Так, смотрите, тут еще момент такой с этой лентой плохой есть. Надо будет попробовать. Потому что есть лента, которая через каждые 3 диода перерубаешь. Ага. И она, как сказать, нормально горит дальше, то есть минус 3 диода. А здесь я смотрю соединение вот через такой промежуток. Ага. То есть как бы не получилось так, что мы резанем здесь, и она потухнет вот до этого. Ну это уже понятно, технический момент. Как тогда быть? Какое предложить до конца? Сейчас скажу. Если что, до конца. У вас тут, если честно, как бы даже 2 метров не останется. Ну то есть сколько здесь? Здесь останется 1,70 метра где-то. Все равно не хватает, да? Да. Ну давайте до конца тогда. Просто нам ленту еще одну докупить, все, да? Да, потому что конец, ага. Вот этот соединитель, он здесь. Все, я понял. Как бы этот момент я уже перераспределил. Ага. Ну и вот, оно уже не надо переследиться. Все, я понял. Ну нормально. Давайте так тогда, до конца. Окей. Вот сюда, тут я сам. Ну все, мы тогда все оставляем. Да, давайте. Это уже завтра. Хорошо, сейчас вечерний. Покажу, как выглядит у нас вечерний гостелло, да? Смотрите. Сейчас еще сумерки, до конца не село солнце, прям окончательно, чтобы. И вот немножко видно море, да? Маш, как тебе вид? Вон на парковку вид. Там Пятерочка. Не, ну на парковку вид, как будто бы я на втором этаже. Ага. Ну все. А это разные цвета, да, включается? Да, тут у нее пульт. Режим. Красный. Что, еще есть какие цвета? О. Есть просто белый. Белый, для да? освещения. Ну и, соответственно, все варианты. То есть там всякие оранжевые, фиолетовые. Что у нас тут еще есть? Лайм. Зеленый. Лайм. Зеленый. Зеленый. Да, и так, блю, синий. Синий. Ну, потом поиграйтесь. Я понял, да. Я так для жены покажу, как она будет выглядеть. Ну, все. Все отлично. Поехали. Вот да. Так вот будет вечером выглядеть, если не включать свет никакой. Вот такой вот вид. О, кошечки еще надо помыть. Огоньки. Вот огоньки. Ну, разного цвета будем с тобой выбирать. Пошли, все, потом. Здесь у нас еще люстра в детской комнате и 3 светильника над будущим столом для детишек. Завтра все должно быть сделано, поэтому завтра будем вечером принимать работу уже с Мариной вместе. Вот это второй корпус выглядит вот таким вот образом в вечернее время, а также детская игровая площадка. И спортивная площадка тоже освещаемая. Там можете видеть. Так что детишки будут при свете играть даже в вечернее время. Все там нормально. И вот так вот выглядит у нас проезжая часть. Освещение, магазины рядом. В общем, все очень даже неплохо. Особенно после того, как сделали здесь новую дорогу. Вон там огоньки, видите, это наш жилой комплекс Адлера. Вот это вот школа 53. Вот таким вот образом она выглядит в вечерний период времени. Ну, когда будет зимой вот так вот достаточно темно, то здесь по освещенному тротуару ваш ребенок дойдет до жилого комплекса Адлер, либо Континент. Вполне себе, очень даже безопасно, я скажу вам, потому что хороший новый тротуар, ограждение для того, чтобы детишки туда не бегали. Ну, в общем, все очень даже культурно сделано.